Только сейчас я не надеюсь здесь найти грибов. Уже поздновато ехать куда-нибудь дальше. Но посмотрим, что мы найдем. Здесь все по-прежнему. Обнаружено. Первый гриб – горькушка. А это, я думаю, что это ложные грибы. Это головач. Похож на мухомор, но и на цезарский гриб похож. Надо его проверить. В этих местах были цезарские грибы. Но их было очень мало, и это было очень давно. Размечталась. Это настоящий, натуральный мухомор. Цезарский гриб имеет желтые пластинки. Это я тоже не ем. Это лисички. И здесь, видимо, невидимо. На тропе ковбоя, где гуляет народ. Здесь рядом кострище. А здесь лисичек, видимо, невидимо. А народ гуляет здесь. Жгут костры, бегают туда-сюда. Такое место шикарное. И здесь, видимо, невидимо. Сладкая парочка. Ехали мы в другое место в этом же лесу. Вот что попадается. Лес шикарный, но пустой. Осенью здесь будут и белые, и даже лисички. Ну, само собой, петушки и курочки, рядовки.